Первый день праздника города начался с экуменического богослужения, проходившего в Венспилской баптистской церкви. Все собравшиеся наслаждались песнями оперного певца и хора, молились о городе, желая ему всего самого лучшего. Венспилсу я желаю Божьего благословения, чтобы было как можно больше людей, готовых принять это благословение, ведь Господь дает его всем. Я желаю и дальше развиваться. Я не была здесь 8 лет и заметила большие изменения. Некоторые приятные, а некоторые нет. Нам здесь очень нравится, и на будущее мы желаем, чтобы Венспилс остался такой же красивый, такой же ухоженный. В Венспилсе есть все. Единственное, чего я желаю, чтобы такие молодые люди, как вы, никогда не уезжали из Венспилса, чтобы вы оставались венспилсчанами навеки вечные. Так как я стою у церкви, мне хочется сказать, создавайте здесь свои семьи и работайте здесь, чтобы Венспилс и дальше процветал. Неотъемлемая часть праздника города, традиция, существующая уже с 2000 года, церемония вручения большого приза и приза городской думы. Венспилсская городская дума каждый год награждает жителей и предприятия Венспилса, которые внесли вклад в развитие города и прославили имя города как в самой Латвии, так и за ее пределами. В этом году горожане собрались на Ратушной площади, чтобы поблагодарить за хорошую работу и достижения тех людей, которые это заслужили. Я рада больше за своих детей, их родителей, ведь их работу оценили. За себя я рада, поскольку мне нравится доставлять радость другим. В субботу состоялось традиционное шествие, в котором приняло участие по меньшей мере 3000 жителей. Шествуя по проспекту Лейлайс, венспилсские службы, филиалы и управления показали зрителям свою сплоченность и излучали жизнерадостность. Кульминацией праздника стала торжественная речь председателя Венспилсской городской думы Айверса Лембергса и красочный салют, который не оставил равнодушным нашу съемочную группу. Такого салюта я давно не видел. Очень красивый. И музыкальное сопровождение, все было согласовано. Очень качественно. Классно. Я здесь живу всю свою жизнь. Каждый праздник города вижу салют. И каждый год он лучше и лучше. Сегодня самый классный. Люди приехали из разных городов, и они наслаждаются Венспилсом. Интересно, приехало так много людей, представителей разных культур. Это очень хорошо. Салют был очень интересным, длился где-то 10 минут, было очень красиво, и финал был особо грандиозным. В этом году на празднике города был установлен новый рекорд посещаемости. Праздничные мероприятия посетило больше 130 тысяч людей. Татьяна Шаховская, Ольга Смирнова, Эдгар Синдриксон, Курзамское телевидение.